Сегодня Михаил Игнатьев провел ряд рабочих встреч с директором ГУБ «Биологические очистные сооружения» Сергеем Анисимовым и исполняющим обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ Максимом Ивановым. Глава Чувашии обсудил итоги финансово-хозяйственной деятельности стратегического предприятия, обеспечивающего жизнедеятельность городов Чебоксары и Новочебоксарск, а также вопросы развития очистных сооружений в ряде муниципалитетов республики. Глава республики отметил стабильную работу биологических очистных сооружений, которые обеспечивают качество очистки сточных вод, сбрасываемых в Волгу. Сергей Анисимов рассказал, что в апреле досрочно сданы в эксплуатацию вторая и третья очереди модернизации очистных сооружений. Стоимость работ составила 410 миллионов рублей. С момента сдачи объекта в эксплуатацию все стоки проходят доочистку. Михаил Игнатьев отметил, что необходимо развивать центры очистных сооружений в Цивильске, Канаше, Алатыре и Ибресях. Предоставление потребителям качественных и надежных услуг по очистке сточных вод при минимальном негативном воздействии на окружающую среду является государственной задачей. Глава Чувашии поручил исполняющему обязанности министра строительства Максиму Иванову до 25 октября представить алгоритм дальнейших действий.